Последние три дня на рынках столицы наблюдается всеобщий ажиотаж. Сахара нет, а если есть, то по завышенной цене. В некоторых точках цены достигали сотню сомов за килограмм. В этой связи было принято решение разбронировать 1 000 000 килограммов сахара. Сахар на местах у торговцев, оптовых торговцев есть. Но, к сожалению, так как в розничной торговле они отсутствуют, у населения появляется вполне доступное такое недоразумение. В связи с этим, в связи с резким повышением цен на сахар, последнее повышение наблюдалось порядка около 100 сомов за килограмм. Мешок стоил 5000, и его практически не было. Нашим уважаемым президентом Садыром Нургужиевичем было принято решение и дана команда о разбронировке 1 000 000 килограммов сахара для его реализации по цене 70 сомов за килограмм. Цены на растительное масло тоже не стоят на месте, поэтому планируется разбронировать 500 тысяч литров растительного масла и реализовывать его по цене 130 сомов за литр. В целом же глава МЧС заверил, что запасы всех необходимых продуктов есть и в достаточном количестве. Уважаемые граждане, на сегодняшний день наши запасы в госматрезервы полны как никогда. Если за 30 лет независимости нашего государства госматрезерв был разбазарен, разворован, растащен, то впервые за 30 лет госматрезерв полностью пополнил свои запасы по продовольствию. Поэтому никаких оснований для беспокойства у населения не должно быть. Любые попытки по повышению цен на продукты первой необходимости на рынке будет полностью пресекаться нами. К слову, столичные гипермаркеты уже ввели ограничения на продажу продуктов питания. Компании объяснили свое решение попыткой не допустить дефицита товаров первой необходимости. Тем временем сотрудники службы антимонопольного регулирования проводят разъяснительные работы среди торговцев крупных рынков Бишкека о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. Ведомство таким образом пытается не допустить ажиотажа на фоне резкого роста цен на продовольствие. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, Пирамида.